две восьмерки и две двойки в серийном номере у банкноты 500 тенге, который лежит на байковой поверхности 12 октября. Причем и восьмерки, и двойки расположены слитно. Две восьмерки. Восьмерка – это цифра силы, двойная сила. Усиление, да? Двойное. Двойки – это цифра познания, двойная сила познания. Вот что несет энергетически эта банкнота.